Всем привет! Мы сейчас будем играть в Майнкрафт. Смотрите. Короче, ребятки, сейчас я буду строить дверки. Дверки, электрические дверки. Это автоматические дверки. Я попробую построить автоматические дверки и дневные. Так, вот позиция моя. Вот, ребятки, короче, строим. Для этого нам понадобится песчаник, их ступеньки. Если какой-то это будет... Если вы, например, делаете вот дверку в пустыне, например. Вот. Короче, дальше берите красный факел. Редстоун. Повторители. Если это дверка, то нам понадобятся липкие поршни. Я хочу построить дневную дверку. Значит, нам понадобится датчик дневного света. Еще понадобится красный песчаник и светокамень. Так. Красный песчаник. Так, где он тут у нас? Вот он у нас, красный песчаник. И выбираем светокамень. Вот. Короче, строим. Вот код по 6. Раз. Раз. Так, слишком далеко улетели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, а тут два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот так вот, ребятки. Будет. Вот это вот, ребятки, разобрать можно. Вот это вот, ребятки, можно разобрать. Она у нас будет длинная. Ребятки, она у нас будет длинная. Так, строим вот так. Так вот, и все, готово. И тут надо наложить длинные ступеньки. Так, Например, вот такие ступеньки. Вот, ну такие, ребятки, ступеньки. Вот, вот так вот. Так вот, ребятки, можно сделать. Осыпаем одну колечку и вот так вот ставим по бокам красные камни. И к нему, ребятки, вот такие повторители. Да, ребятки, повторители. Потом мне еще бетон понадобится. Бетончик, ребятки, мне понадобится. Нет, не бетончик, а там терракота. Вот это, наверное, да? Так, ну, светокамень. А, и вот сюда, в принципе, нужно. Камень. Вместо красного песчаника пока что. Вот, ребятки, вот так вот ставите. Вот. И, короче, ребятки, вот так вот делайте мостики по бокам. Так. Ага. Вот так вот, ребятки, мостики делайте. И на них вот ставьте вот так вот красные камни. Вот так вот, ребятки, ставьте красные камни. И тут, ребятки, то же самое.
Так, потом. Потом надо уже заложить. Да какой заложить? Поршни, ребятки, поставить надо сначала. Вот, ребятки, вот такие поршни. Вот так вот, ребятки, ставим. Так. И вот так. Вот так. Потом, опять же, вот так делаем. Вот. Потом, ребятки, нужно уже это все наложить все это сверху. Так, вот так вот, по-моему, да? Так, липким поршнем. Вот так вот, ребятки, вообще-то. Вот так вот надо наложить нам. Че тут? А, тут две клеточки вообще-то. Все, ребятки, короче, делайте потом. Вот так вот. Так. И тут. В принципе. Вот так вот, да? Так, нет. Вот так вот. Потом, ребятки, ставьте вот сюда вот так вот песчаники. Потом, ребятки, ставьте вот сюда красный камень, сюда красный камень. Так, светокамень. Светокамень, в принципе, можно вот тут поставить, вот так вот. И вот так вот, ребятки, можно поставить. А! Ладно, ребятки, пускай будут территорию украшать. Вообще-то, можно вот такие электрические поставить. Из красных камнёв. Вот так вот. Да, я правильно делаю. Потом, ребятки, сюда ставьте вот такой красный факел. Вот, ребятки, сейчас я вам мастер-класс. Вот! Вот, ребятки, посмотрите, и эта штучка тоже активировалась. Но... Хотя ладно. Вот так вообще-то строится. И вот так вот ведем. Так, потом сюда вот такие красные камни. Вот так. Сюда. Красные камни. Еще вот так вот. Ну, да, ребятки. Правильно. А! Вот так вот. Вот, ребятки. Вот такая автоматическая дверь у нас получилась. А, как только... А, вообще-то, как только они... Вот так вот. Вот, ребятки, вот так вот. Да. Если, ребятки, сюда повторитель. Нет, ребятки, нет.
Нет, 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 нет. Вот так вот, ребятки, убираем и сюда вот такие блоки ставьте. И вот так вот уже, ребятки, красные камни. Вот так. Вот так, ребятки, еще вот такие вот. Поршень! А из-за чего? Тут какое-то электричество стоит. Короче, фигововская, ребятки. Мне кажется, да, фигововская. А теперь, ребятки, я вам сейчас покажу, как строить автоматическую. Вот, ребятки, как, короче, строится автоматическая. Для этого нам уже зеленый понадобится бетон. Так, как всегда, редстоун повторить. Редстончики и повторители. Потом, ребятки, кварцевый блок. Красные факела, в принципе, тоже понадобятся. Нажимные плитки, как я пластинки называю. А поршни оставить. Так, ну и все, что ли, там? Так, кнопочка. Так, и ступеньки выбираем. Вот, ребятки, вот. Ну-ка, какие еще ступеньки. Чего? Вот это самое длинное название. Ладно, ребятки, не будем на это название делать. Короче, вот такая дверка у нас получилась. Фиговская, мне кажись, да. Убираем красные факела, чтобы дезактивировать это все скорей. А липкие поршни так не воздействуют. Вот, ребятки, с этой стороны мы построим. Делаем, ребятки, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, три, четыре, пять. Короче, ребятки, вот такую базу строите. Вот, ребятки, вот такую базу. Короче, ребятки, сюда вот такие красные камни. Потом по бокам ставите вот так вот два блока. Вот так вот еще. И вот сюда вот такие повторители. Так. Так, еще, ребятки, можно поставить вот тут. Сюда красный камень, сюда вот так вот повторите, сюда красный камень. И вот так вот по бокам красные камни и прям сюда вляпаем повторителей. Потом сюда красные факела. Так, дальше что у нас? Перекрывашка, да, ребятки? Перекрывашка идет. Вот, ребятки, вот такая перекрывашка будет, да? Но не будет. Она и есть. Она, ребятки, и есть, эта перекрывашка этих электричеств. Вот. Вот так вот. Потом перед проходом поставьте вот так вот. Поставьте, ребятки, вот так вот, потом вот так, вот так.
Знаешь? Сюда нажим. Вот, ребятки, это только что сработало. Так, значит, и сюда нажимные пластинки ставьте. Вот, ребятки, вот так вот. И теперь поставить липкие поршни. Так, куда бы нам их вляпать? Куда бы, ребятки, нам их вляпать? А давайте, ребятки, знаете что? Тут кварцевые блоки надо убрать. Ну, не кварцевые. Да, кварцевые. Так, потом, ребятки, ставьте вот так вот поршни. Вот, ребятки, потом вот так вот поршни ставите. И вот так вот, ребятки, кварц. И сюда вот такие кнопочки. Такие, ребятки, будут у нас кнопочки. Пускай. Пускай тут вот такие ступени. Вот такие, ребятки, пускай. А, вот так вот. Точно, вот так. Так оно и будет, да? Вот. Вот, ребятки, вот такая дверка. Вот, ребятки, надо мне тут украшение еще сделать. Ладно, украшение будет таким, каким я захочу. Вот, ребятки, вот такое украшение. И надо электричество как-то заныкать. Ребятки, короче, потом мы заныкаем. Но, ребятки, можно прям вот так вот электричество вот так вот заныкать. Вот так вот. И просто вот так вот просто-напросто вот так вот поставить ступеньки. Вот. Вот такая, ребятки, автоматическая дверка. Надо же, ребятки. Так, вот так вот, вот так вот. В принципе, красный факел. Вот так вот. Зря тут были вот такие дырочки поставленные. Вот так вот их надо закрыть. И, ребятки. Так. Короче, ребятки, на ком также электричество. Как нам вздумается. Так вот. Потом и также повторитель. Вот так вот красный факел. Повторитель. Редстоун. Вот, ребятки, вот так вот. Так вот так вот. Тоже. И тут, ребятки, уже вот такую лесенку делать. Чтобы заныкать электричество. В принципе, такую красивую я сделаю. Вот так вот, по-моему, да? А, увидим. Поставим ступеньки и увидим. Вот так вот, ребятки, и вот так вот. Только вот тут вот надо заныкать вот так вот. Повторитель. Вот. Электрическая дверка получилась у нас. Вот так вот. И тут, ребятки, в принципе, тоже надо заныкать вот так. Вот. И тут я ставил такие кнопочки. Вот так вот, ребятки, наши. И вот так вот, ребятки, наша была электрическая дверка. Вот, ребятки, вот такая электрическая дверка. Я такой захожу сюда, думаю, что это, ребятки, за кнопки? Нажал, ничего не происходит.
а на плитке встал, а это, оказывается, электрическая дверка. Только надо все это быстро действовать. Вот, ребятки, вот такие я электричества показал. Правда, вот это фиговское. Но вы понимаете. Ну и все, ребятки, нам придется с вами заканчивать. Вот такой вот я Майнкрафт вам показал. Если понравился вам этот ролик, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочки под эту игру будут в описании. Ссылочки, ребятки, под эту игру будут в описании. И ребятки, пока что не буду прощаться. Вот так вот. Да? А это что не двигается? И что, поставил неправильно, что ли? Да, в принципе, все правильно. Сюда, здесь убираем. И вот так вот. А! И вот так. И вот так. В принципе, с этой стороны тоже, ребятки, так же вот так вот сделать. Вот, ребятки, вот так вот красные камни. Так. Здесь, в принципе, стоит красный факел. Факел, ребятки, факел. Точно, факел. Вот, ребятки. Сюда ставим мы вот такие слизи и вот так вот кварцы. Вот, ребятки, убираем красный факел. Дверка не открывается. Понятно? Ну-ка. А сейчас... Тяжело, потому что. Тяжело, ребятки, потому что. Надо только одну, что ли, сторону. Давай проверим. Убираем красный факел. Ну, допустим. И получилось. Все-таки там, ребятки, было неправильно. Все-таки, ребятки, надо было не тут поршни поставить, а тут, ребятки, вот так вот надо поршни поставить. Вот так вот, ребятки, нужно было поставить вот эти поршни. Так, сюда еще вот такие бетончики поставить. Так. Нет, ребятки, не сюда липкие поршни, а вот сюдашеньки. Вот, ребятки. Ладно, вот так вот украсим. Вот так вот, ребятки, мы украсим. Вот тут зеленый цвет. И тут, ребятки, пускай будет тоже. И вот, ребятки, сюда оставим вот так вот. Надо. Ну-ка. А, тут блок мешает. Все-таки неправильная дверка. Да, ребятки, неправильная дверка. Может, надо было просто всего-то из одних поршней? Куда уж, ребятки, я столько влупил много? Тем более, вот тут надо еще убрать. Перезагружаем. Получилось! А, ребятки, вот тут посоединиться надо, нужно, точно, вот тут. Ну-ка, ребятки! Встаем и убираем. Да, ребятки, получилось! Можно датчик не в него света ставить. Ну и все, ребятки, вот теперь нам придется с вами заканчивать. Вот такой вот я Майнкрафт вам показал. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочки под эту игру будут в описании. Все, всем удачи, всем пока!